Спасибо большое, что есть те дети, которых я уже вижу, наверное, в течение 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. И это наши настоящие друзья. Аплодисменты всем! Ну а те, кто сегодня впервые и еще не знает, что вот именно так, как первый отряд, умеет встречать выступающих на сцене и кричать «Привет, привет!», давайте научимся. Итак, я говорю «Привет, орбита!», а дети мне отвечают «Привет, привет!». Пробуем? Пробуем. Итак, «Привет, орбита!». Аплодисменты. Ну что ж, 31 мая. Буквально один день остался до нашего долгожданного, любимого, очень теплого сибирского. Yeah! Давайте, давайте громко-громко позовем солнце, чтобы оно не уходило. Итак, мы орбита. И мы гордимся тем, что мы орбита. И мы готовы сегодня приветствовать наших любимых детей, которые выбрали лагерь орбита. И, конечно же, лагерь наш имеет свое название, связанное с космосом. И сегодня на этой сцене, прямо сейчас, вы увидите небольшую зарисовку, которая так и называется «Гагарин», а исполнит ее никто иной, как Денис и компания! Встречаем бурными аплодисментами! Мы в космос улетаем на работу, прикуем на орбите корабли. Там все ведет начало от первого полета гагаринского первого витка вокруг Земли. Здравствуйте, девочки и мальчики!
В этом году мы с вами отмечаем одно знаменательное, фантастическое, невероятное событие. Первый полет человека в космос. И кто был этот первый человек? Очень хорошо, что вы знаете, Юрий Гагарин. Он стал действительно первым. Он прошел большой путь. Он был одним из... Но до него еще было целых 20 претендентов. И только он стал первым. Но Гагарин прошел конкурс единственным и стал первым. Именно его корабль «Восток» был запущен с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года. И, облетев вокруг Земли за 108 минут, завершил свой плановый полет успешно. Это сейчас полеты в космос – обычное явление. А в далеком 1961 году это была фантастика. В это не верил даже сам Гагарин. Он до последнего момента думал, что это тренировка. Но как только он сел в корабль, и это вправду произошло, он как закричит: «Да у вас уж что, у всех крыши? Поехали!» Правда, для общественности оставили только последнюю фразу. Как думаете, а когда Гагарин там был там в космосе, он инопланетян видел? Как думаете? Ну, может, и видел, но просто промолчал. В космосе стоит много неизвестного. Неважно, что он там видел, главное, он там был. Ребята, а вы хотите стать космонавтами? Очень хорошо. Но для этого нужно прежде всего три вещи. Нужно, первое, хорошо учиться. Хорошо заниматься спортом и правильно питаться. И всегда слушать своих вожатых. Запомните, ребята, эти три вещи. Ну а пока мы будем помнить и чтить подвиг Юрия Гагарина. Ну и именно ему, этому первому космонавту, посвящается эта песня. Он обернулся простой тобой, и белозубый, и незнакомый, пригладил волосы рукой, пока еще не сведен осломой. Добрый, добрый рот его, нежной, нежной щетины рыжий, казался, пусть бы был никто. Прощай, прощай, родной, бесстыжий, жизнь била, била, да. Жизнь крыла спалила, Гагарин, я вас любила, ой. Его медали, и в спину била его струя, и жал молча свои педали. Вольно, вольно потом упал, расшибился из подоконков, излег себя и начертал на себя же золотой любовный шлейф. Била, била, да.
товарищ, не уходите далеко. Но, во-первых, да, аплодисменты аплодисментами. Но если хочется прямо уж выразить свое отношение и сказать, какие они молодцы, то делаем так. Молодцы! Молодцы! Выше руки! Еще выше! Он прямо как настоящий Гагарин. Если Гагарин из космоса смог увидеть нашу планету и сказать, какая же она прекрасная, то Денис Анатольевич ежедневно говорит немного другие слова, потому что он является главным специалистом по наблюдению в лагере «Орбита». Дело в том, что на территории лагеря расположено 157 видеокамер. И все, что вы делаете на территории лагеря, видит Денис Анатольевич Гаврин. Аплодисменты ему! Поэтому, дети, будьте бдительны, ну и не совершайте плохих поступков. Договорились? Да. Не слышу, договорились? Да. Спасибо, Денис Анатольевич. Я бы хотел добавить, что камеры установлены для безопасности, а не для подглядывания. Это важный момент. Но вы можете говорить, как хотите, но то, что мы с вами подглядываем, это точно бывает. Аплодисменты Денису Анатольевичу. Ну и, конечно же, люди, которые отправляются в космос, обязательно проходят супер физические испытания, подготовку. И вы знаете, в нашем лагере можно получить такую подготовку, потому что в нашем лагере... Только у нас работают суперспециалисты по спорту. Я вас сейчас с ними познакомлю, потому что ежедневно они вас будут заставлять бегать, прыгать, бросать, не знаю что, может быть, это будет мяч. Итак, знакомьтесь, инструктор по спорту, несравненный Петров Сергей Александрович! Сергей Александрович! Сколько? 30 лет в лагере «Орбита». Аплодисменты! Юбилей! Ну а другого представителя, спортивного инструктора, вы только что увидели на сцене. Это был самый импозантный молодой человек, который находился вот здесь. Это наш Гамолин Олег Александрович. Где он? А вот и он! Итак, ну что ж, осталось только зарядиться энергией, потому что следующий танец, так и называется, «Энергия». И исполняет этот танец девчонки, которые буквально 6 лет назад сидели на ваших местах и наблюдали, как выступают вожатые. А сегодня они уже в качестве вожатых и не первый год. Встречайте, Женя Казакова! Юля Максименко! И Катя, ну мне сложно сказать, она была Хоменко, а теперь Ионычева! Аплодисменты! To the building. Создаем ритм! Oh.
Будет в лагере хореографом, где Катерина, блин, даже не знаю, как фамилию называть. Екатерина, хореограф Екатерина, знакомимся, танцуем, и все будут стройными, как они. Аплодисменты девчонкам еще раз. Ну и помимо того, что у нас, конечно же, есть хореограф, у нас еще есть очень много кружков, которые откроются буквально с послезавтрашнего дня. Один из кружков – это всеми любимое место, которое дети, наверное, не посещали весь год, потому что у них есть интернет. Это библиотека! Дети, читайте больше книг. Будет работать кружок, который называется «Оригами». А руководитель Екатерина Ивановна – кружок тестопластика. Руководитель Лариса Николаевна. Кружок туристический. Ну, я думаю, тут даже не нужно определять, какой кружок является самым востребованным. Кто будет ходить на туризм? А что это? Прекрасно, прекрасно. Опустите руки. Кто будет ходить на оригами? Чуть меньше. А кто будет ходить на тестопластику? Ну, тесто и пластика. Берешь тесто и танцуешь. Ну и тогда следующий вопрос. Сейчас будет лес рук. Кто будет ходить в библиотеку? Аплодисменты этим детям. Ну, а мы отправляемся дальше. И сейчас на эту сцену выходит один из самых любимых молодых людей лагеря «Орбита». Помимо того, что он прекрасно умеет работать с видеокамерой, помимо того, что он прекрасно справляется с детьми в отряде, он еще просто очень симпатичный, артистичный и прекрасно поет. Я говорю о ком? Антон Мирецкий! Итак, встречаем! Антон Мирецкий! Кому посвятил он эту песню, я не знаю, но, наверное, все-таки маленькому Максимке. Потому что песня называется «Малыш». Встречаем бурными аплодисментами! Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе. Не надо, укрою, кого-то рядом будет. Поверь мне, серьезней, чем мы с тобою, сложно. Не верю, зачем мне все это? Слышишь, что мечты? Да мне к чему это, только ты бред. Так пишут дети, что любовь будет вновь. Я знаю, улетаем в небо под ногами. Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, люблю тебя, ты слышишь. И никому-то нас, побудь со мной сейчас. Больше, чем ты. Куда нам
Теперь иначе будет. Согреешь неловко его руками слезы. Неважно, так лучше. Тебе, наверное, хочешь рассветы. Летай же, но без меня наш рассвет тебе не нужен. Кто сказал, что я лучший, пусть летят. Ты не враг, я знаю, улетаем в небо под ногами. Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, люблю тебя, ты слышишь. И никому до нас, побудь со мной сейчас. Держи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, люблю тебя, ты слышишь. И никому до нас, побудь со мной сейчас. Улетаем в небо под ногами. Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, люблю тебя, ты слышишь. И никому до нас, побудь со мной сейчас, ты слышишь. Аплодисменты, Антон, не уходи. Антон, иди, я тебе что-то покажу. Это очень красиво, смотри. Мало. Вот тот край плохо. Спасибо. Антон, тогда вопрос все-таки, кому посвящена эта песня? Антон, мы тебя любим. Ну, Максименко, Юля. То есть все-таки Макс там присутствует? Да. Эта песня посвящена Юле Максименко. Юля, где ты? Покажись. А потому что Мирецкий ее любит. И все. А ты его тоже любишь? Они любят друг друга, ну поцелуйтесь уже. Да подожди, Антон, не уходи. Итак, я представляю, это помощник всех в информационном центре Мирецкий Антон. Аплодисменты. Ну и школе мы заговорили про информационный центр, то я думаю, каждый из вас понимает информационный от слова информация. Так вот, у нас есть такой центр, где хранится вся информация, которую, кстати, могут увидеть ваши родители ежедневно на сайте «Орбита», в ВКонтакте, в группе «Орбита». Поэтому подключайтесь, смотрите, узнавайте новости. Ну и руководителем информационного центра является Пархачев Павел Иванович! Где Павел Иванович? Вот Павел Иванович. Да, обратите внимание, что информационный центр уже работает. И, конечно же, человек, без которого, наверное, не состоится ни одно выступление на этой сцене. Человек с больших двух букв АС. АС своего дела. Александр Сергеевич Ковалев. Креативный консультант. Ну и много-много. Хороший, добрый. Я хочу вам представить еще человека. Это человек, который тоже впервые приехал в лагерь «Орбита». Но он уже на своем боевом посту. Человек, который будет отвечать за все музыкальное, говорильное, кричательное оформление на этой сцене. Это диджей. Диджей по имени Семен. Кстати, если что, по поводу дискотеки, это к нему. Ну где восторг, восторг, где восторг?
Ну что ж, талантов у наших вожатых огромное количество. Следующие таланты, я не знаю, как его называть, пусть просто дети смотрят и восхищаются. Это наши любимые Соня Сидякова и Казаков Максим! Встречайте! Thank you.
Конечно, идите. Мы вас отпускаем. Вот видите, говорят, что для человека самое главное либо деньги, либо слава. Денег мы им дать не можем, поэтому слава им обеспечена. Еще раз аплодисменты. То есть можно отдохнуть, да? Стулья это для чего? Но понятно, что стулья сегодня выступают в другой роли. Реквизит? Реквизит на сцене. И следующее выступление наших очаровательных вожатых. Они вам сегодня будут танцевать, но почему-то на стульях. Что из этого получится, посмотрим, а уж потом оценим бурными аплодисментами. Встречайте, девчонки танцуют со стульями. Аплодисменты! It's what you do, it's what you see. And if I'm hunting you, you must be hunting me. It's where we go, it's where we'll be. And if I'm hunting you, I'm hunting you, unto you, you must be unto me. My honey love goes to the sheets. And if I'm unto you, you must be unto me. My wicked tongue, на фотографии. Ну что ж,
Я хочу посмотреть, насколько вы внимательны. Ручками похлопайте. Ножками потопайте. Сенсационное сообщение. С 2017 года летние каникулы будут длиться один месяц. Но правительство еще не придумало, какой это будет месяц. Июнь, июль или август? Сентябрь! Сентябрь. Принимается? Январь! А с улита учимся! Но так я понимаю, что вы никто не хотите учиться? Это плохо. Хотя, начиная с завтрашнего дня, разрешается всем детям России целых 3 месяца не учиться! Итак, сейчас на сцену выйдут, я не знаю, как их назвать, полувожатые. А почему полувожатые? А это вы узнаете в конце сегодняшнего концерта. Но пусть они даже полувожатые, но они не полулюбимые, а полностью любимые. Потому что это наши дети, воспитанники лагеря «Орбита». Это Арина Малькова! И Максим Казаков! Конечно же, они поют. Встречайте бурными аплодисментами, красавчики! Аплодисменты были хилые. Очень хилые были аплодисменты. А еще громче зал. А кто самый смелый встает и танцует? 31 мая настала. Ни сюрпризов, подарков и роз. Это нового лета начало. И в «Орбите» пора новых грез. Мы растем вместе с лагерем этим. Здесь сбываются наши мечты. Это лучшее место на свете. Это я, это мы, это ты. Лето, 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 столько классных дней и ночей. Подпевай, «Орбита»! Лето, 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 время сумасшедших друзей. Зал вас не слышно! Это лето свое навсегда сбегу. Без «Орбиты» прожить не могу. Это лето свое навсегда сбегу. Без «Орбиты» прожить не могу. Здесь не просто тоске и печали. Мы семья из веселых людей. Лагерь с улыбкой встречает даже грустный и пасмурный день. Поменялась «Орбита» немало, но остались любовь и тепло. Это нового лета начало, 31-е лето пришло. Лето, 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 столько классных дней и ночей. Сумасшедших друзей. Это лето свое навсегда сбегу. Без «Орбиты» прожить не могу. Это лето свое навсегда сбегу. Без «Орбиты» прожить не могу. Кто плохо аплодирует, тот не ужинает. Давай, давай еще громче. Лето, 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 столько классных дней и ночей. Лето, 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 время сумасшедших друзей.
это лето свое навсегда сбегу. Без орбиты прожить не могу. Это лето свое навсегда сбегу. Без орбиты прожить не могу. Это лето свое навсегда сбегу. Без орбиты прожить не могу. Аплодисменты. Не уходи. Арина, тоже можешь остаться, потому что, вы знаете... Танцуйте. Я их не зря оставила на этой сцене, потому что буквально в прошлом году они еще были пионерами, так же, как и вы. И у них есть любимая игра-песенка. И они хотят со всем залом поиграть. И весь зал встает. Телевизор, 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 и 20 сока внутри. Телевизор, 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 и 20 сока внутри. Холодильник! Открыли. Закрыли. Холодильник, холодильник. Открыли, закрыли, открыли, закрыли. Холодильник, 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 и пофиксик внутри. Холодильник, 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 и пофиксик внутри. Кофемолка, 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 кофемолка. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а кто из вас, сидящих в зале, лучше всех танцует на дискотеке? Поднимите руку. Ой, так у нас вообще никто в лагере танцевать не умеет. Но если не умеете, тогда учитесь. Итак, на этой сцене хип-хоп. Встречаем бурными аплодисментами. Еще громче. Nigga, y'all done put that body in that body of head, nigga. I'm nigga. So it's your grouch, yeah! Show you how we do this shit, nigga. I'ma start off at the body, we gon' bust this bitch head. We gon' take it to the that things don't get ugly. My daddy always told me catch a nigga from the knock his ass off. Express was on my mind. Ain't nothing but me phoning my nigga. I keep it real with ya. Jump stupid and body head don't deal with ya. Pull for your jaw swollen like the music. The only man to save you is Jesus. I still care for you, but I dispose of you. I take your whole sky up, I break your nose for you. I'm the sickest, I'm suicidal, so don't get me excited. The roof ain't on fire. We gon' die to the light. Хип-хоп же, смотрите, молодцы, йо!
Давайте, поехали. Молодцы! Йо, молодцы! Йо, молодцы! Громче! Йо, молодцы! Йо, молодцы! Аплодисменты, бурные аплодисменты! Вот такие они наши вожатые. Умеют все. А, хотите, научат. Не хотите, заставят. Но вожатые, конечно, хороши еще и тем, что умеют очень хорошо рассказывать сказки. Но прежде чем они нам расскажут очередную сказку, я хочу вам еще представить некоторых работников этого лагеря. Это заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мартынова Ирина Владимировна. Она главный специалист по дисциплине, поэтому вести себя хорошо, цветы не рвать, по клумбам не ходить и создавать красоту в лагере. Договорились? Ну тогда давайте отгадайте сказку, которую вы сейчас послушаете, увидите. Сказка очень известная и называется она... Колобок? Нет. Теремок? Нет. А попрыгунья? Нет. Ладно, не буду вас томить. Называется она очень просто. Муха! Муха-цикатуха. Встречаем бурными аплодисментами. Всемирно известная труппа солистов, вокалистов в сопровождении граммофона покажет фильм-оперу «Муха-цокотуха». Заходите и садитесь. После фильма большое угощение. Позолоте на ебрюха. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самопар. Приходите, тараканы, я вас чаем утащу. Тараканы, припеганы, все стаканы выпивали. А букашки по три чашки с молоком и крендельком. Ведь и муха, циркатуха, именинница. Приходили мухи в ложки, приносили ей сапожки. А сапожки непростые, у них застежки золотые. Приходила куки, бабушка пчела, мухи циркатухи меду принесла. Паучок нашу муху в уголок поволок, хочет бедную убить, цокотуху погубить. Пропадай, погибай, именинница. Ах, куда?
кузне, как кузне, мы совсем как те лаки. А злодей-то не шутит, руки-ноги он мухи веревками крутит, зубы острые в самое сердце вонзает, и кровь у нее выпивает. А криком кричит, не зарезается! А злодей молчит, ухмыляется! Когтей улетает к пауку, саблю вынимает, и ему на всем скаку голову срубает. Муху за руку берет и кокошечку ведет. Я зарубил, я тебя освободил, и теперь душа девица, а на тебе хочу жениться. Тут букашки и козявки выползают из подлавки. За Салакару победите дитеру. Прибегали свиньяки, зажигали огоньки. Застучали, бум 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 бум. Аплодисменты! Ну что же это за аплодисменты? Это так. Какой-то маленький комарик. Молодцы! 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 Ну, я думаю, наступило время пригласить всех вожатых и воспитателей на эту сцену, потому что мы готовы узнать их настоящие имена, а не то, что там комарик или какой-то паучок, а может быть даже муха-цокотуха. Встречаем воспитателей и вожатые бурными аплодисментами! Ах, черт, очки забыла. Ну, в общем, давайте так, чтобы все поместились на эту сцену, чтобы было видно каждого, потому что, ну, я не знаю, как насчет красивого наряда, прекрасной прически и так далее. Наши вожатые... О, как мило! Наши вожатые... В любой одежде, с любыми прическами, макияжем, обуви и без нее.
нее самые прекрасные, кто согласен, аплодирует и топает ногами! Ну что ж, давайте знакомиться. Сегодня, вернее, на этой смене с нами в лагере отдыхает 12-й отряд. Отряд из города Красноярска, танцевальный отряд. Их, к сожалению, нет, потому что они уже танцуют, но все равно им аплодисменты. И, как всегда, на первой смене с нами отряд борцов. 11-й отряд. И знакомимся. Тарасов Вадим Станиславович. Вот он. Уже в спортивной одежде. И Семенова Виктория Вадимовна. Где она? А вот она. Аплодисменты. Женщина, но не хрупкая женщина. Итак, 10-й отряд. Где у нас 10-й отряд? Встречайте своих воспитателей и вожатых. Сомова Ольга Геннадьевна, Курдинова Александра. Идите, выходите вперед, пусть зал аплодирует. Аплодисменты. Вот вы, кстати, я зря вас заставляю. Они тоже оттарабанили в школе целый год. Сдали все документы, поставили всем тройки-двойки в году и приехали работать с вами. Поэтому встречайте их бурными аплодисментами. Итак, 9-й отряд. Мороз Елена Федоровна и Балана Екатерина Викторовна. Ну, наверное, они мало двоек поставили. Аплодирует плохо. 8-й отряд. Сидякова Софья. Ольга Павловна Каторгина. Седьмой отряд. Корнилина Ольга Леонидовна. Вишнева Марина Васильевна. Где Марина? А вот и Марина. Дай ей аплодисменты. Шестой отряд. Кстати, стоит тоже сказать об этом отряде. Этот отряд к нам приехал из Сосновоборска. Воспитатели вожатые. Веретнова Ирина Анатольевна. Каныгина Галина Александровна. Это театралы, насколько я знаю, да? Театралы, поаплодируйте громче. 5-й отряд. Шерстнева Татьяна Сергеевна. Одинцова Александра Юрьевна. 4-й отряд. Арсентьева Екатерина. Корнилин Сергей. Иванов Михаил. Молодцы, 4-й отряд. Вот так надо встречать своих воспитателей и вожатых. 3-й. Максименко Юля, Сумин Максим, Вайвац Татьяна и, конечно же, Казакова Евгения. Но в лагере она у нас не числится. Нет, наоборот, числится. Прописана. Не прописана. Ну, в общем, наша она. 4-й вам повезло, вернее, 3-й, простите. 2-й отряд. Пинских Елена Петровна, Никулин Илья и Кузнецова Марина уже на подъезде, я так понимаю. 2-й отряд, молодцы. Ну и самые старшенькие. 1-й отряд. Блинникова Марина. Марьян Андрей. А где наш Чумаков Вячеслав? А, дежурит, да? То есть новенького отправили сразу на дежурство. А кто эти люди? А эти люди, как вы запомнили? Полувожатые, фиксики. Ну, а если по-настоящему, то это, ну, наверное, клад нашего лагеря. Максим Казаков. Арина Мальхова. Ну все,
освобождайте сцену. И есть у нас, конечно, вожатые, которые будут постоянными вожатыми всех отрядов. Это вожатые, которым выпала честь на этой смене работать подменными вожатыми. Я представляю подменных вожатых. Это Шадринцева Анна и Черепин Ярослав. А Ярослав у нас сегодня куда-то все время исчезает. Ярослав, ты где? Итак, Ярослава мы увидим чуть позже. Ну и, конечно, какой лагерь без директора? И я представляю и приглашаю на эту сцену директора лагеря «Орбита» Иванову Ирину Ивановну. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые педагоги и родители немногочисленные. Я вас всех поздравляю. Закончился учебный год. У нас впереди целое лето открытий, целое лето приобретения друзей, целое лето для того, чтобы могли что-то узнать и чему-то научиться. Я рада, что вы здесь, в «Орбите». Я рада, что вы выбрали нас. Вы не пожалеете, честно-честно. Потому что такая команда педагогов, которая здесь трудится, для этого сделает все. И я еще хочу вам представить одного человека. Старший воспитатель Лариса Николаевна Хоменко. Практически вся наша команда – это люди, которые болеют «Орбитой». Это наши дети, бывшие дети, подросшие дети. Это наши педагоги, которые нам преданы. И я очень рада, что эта команда существует уже многие-многие годы. Мы все для вас. С новым сезоном! Аплодисменты! Бурные аплодисменты! А кто знает, подпевает! Я не слышу аплодисментов! И ты не хочешь лететь за границу или в Крым? Мечтаешь, чтобы твой летний отдых был крутым. Оказаться там, где нет границ и лимита, значит, смело открывай горизонты лагеря «Орбита». Все вместе! «Орбита», 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 и мир и целая планета. «Орбита», 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 это наш синоним. Которые, в принципе, могут выйти совсем в другую сторону.